Мы сегодня сделали действительно большую работу. Мы проехали больше 400 километров по Камчатскому краю. Вот, посетили Мильковский район. Вот, посетили, посмотрели и ознакомились с работой поликлиники Мильковской ЦРБ. А также посетили врачебную амбулаторию и фельдшерско-акушерский пункт. На самом деле, не открою, наверное, тайны, но, как всегда, районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты, да, они, конечно, да и врачебная амбулатория также, конечно, ну, порадовали нас достаточно такой высокой степенью организации медицинской помощи. Мы на самом деле увидели достаточно хорошо оснащенный, очень неплохо укомплектованный штатами медицинские организации. Вот, а еще мы увидели, конечно, горящие глаза наших коллег, специалистов. Конечно, проблемы есть, мы их, конечно, будем обсуждать, но это вполне решаемые проблемы, и самое главное, что это решаемое организационными методами.